Изображенный вид открывался в начале XIX века в Неаполе от набережной Санта-Лючия на улице Партеноппе, где находился проезд в Королевский сад. Вдали виднеются холм Пицца-Фальконе, купол церкви Санта-Франческо де Паоло. Справа над водной гладью возвышается знаменитый Кастелло дель Ово, построенный в 1137 году, расположенный на насыпи в море и соединенный с берегом дамбой. Замок получил свое название, буквальный перевод «замок яйца», благодаря необычной форме. Щедрин любил Неаполь, где жил и работал последние 5 лет своей жизни. Художник несколько раз снимал квартиру на набережной Санта-Лючия, которую писал: «Итак, я опять живу на набережной Санта-Лючии, на самом лучшем месте из целого Неаполя. Вид из окошка имею прелестнейший. Везувий, как говорится, на блюдечке. Море, горы, живописно расположенные строения, беспрестанное движение народа, гуляющего и трудящегося. Все сие мне показалось лучшим местом для пейзажиста». Сильвестр Щедрин написал «Лунную ночь в Неаполе», когда ему было 36 лет, за 3 года до своей смерти. В этот период он часто работал над ночными пейзажами. Художник считал, что именно в это время суток особенно остро ощущается бренность всего сущего и приходит осознание человеческого бытия. Неаполь, ранее привлекавший пейзажиста своим шумом и оживленностью в темные часы, представлен на картине погруженным в тишину и темноту ночи. В произведении отразились поиски Щедрина в области передачи световоздушной среды в разное время суток. Сквозь прозрачную тень четко вырисовываются очертания набережной и окружающих зданий. На переднем плане изображены рыбаки, собравшиеся у костра. Его пламя перекликается с крошечными огоньками фонарика в горячих лодках. Однако самым ярким источником света в пейзаже является луна, чудесным образом преображающая небо и море. Луна и лунный свет были одними из главных маркеров романтизма в живописи, выражая лирическое настроение человеческой души. Картине эти атрибуты придают характер романтической таинственности. Вид, изображенный на картине, известен в 4 вариантах. Один из них сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее, а другой под названием «Неаполь в лунную ночь» в собрании Русского музея. В коллекции Тамбовской картинной галереи хранится самая ранняя версия этого произведения. До революции 1917 года она находилась в имении Павла Строганова в Знаменском, откуда перешла в Тамбовский областной краеведческий музей, а затем в галерею.